Здравствуйте. Сегодня муж приготовит нам люли-кебаб. Да, гаждуванские люди. Для этого нам понадобится говядина, лук и специи. И черный перец. Черный перец, сумах, кориандр молотый. И зира. Зира, зерно. И все пропускаем в мясорубку. И лук тоже? Да. Для начала мы все нарежем небольшими кусками, а потом все перепустим через мясорубку. Мясо мы пропустили на мясорубку. С трудом. Да. Надо немножко замораживать. Замораживать надо немножко, да. Да. Перед тем, как пропускать. Фарш для люли-кебаб мы посолим. Соль по вкусу. Да. Зира. Кориандр, сумак. Все хорошенько перемешиваем. Мясо для люли-кебаб готово. Теперь мы его разложим по пакетам и оставим в морозильной камере на сутки. Вот так будем делать. Это одна порция? Да, лепешку будем делать. Лепешку. Лепешку. Готов. Отправляем в морозильник. Фарш для люли-кебаб достали с морозильника. Прошли уже сутки целые. Немножко порубили его. Будем ждать, пока разморозится. Да. А пахнет даже замороженным. Сейчас будем рубить и потом пропускать мясорубки еще раз. Рубим топором, чтобы было быстрее. С ножами не получается. Мясо мы порубили, теперь будем пропускать на мясорубке. Мясорубку мы уже пропустили, теперь будем... Наш люли-кебаб готов. Также мы еще сделали салат к нему. Будешь пробовать, сыночек? Давай, держи. Вкусно?
Класс? Класс? Всем приятного аппетита!